вам обращаются патентообладатели Чедерлунги и Чедерлунского района. Мы просим вас оставить нас работать по патенту без социального взноса, так как этот взнос для нас неподъемный. Если нас обяжут платить эту сумму, мы вынуждены будем закрыть свои торговые точки, бросить свои семьи, оставить детей, уехать на заработки. А так мы пока обеспечиваем себя, живем со своими детками, в своих домах, при родителях, стараемся платить налоги, патент, который мы пока еще можем платить. А с этой суммой мы вынуждены будем уехать опять из страны. Нас вынуждают это сделать. Сегодня у нас и так каждый день. Вот, хотят, чтобы мы оплачивали. Люди уже некоторые боятся, не выходят, вот закрыты. Вот, всего сейчас на часах 11 часов дня. Пожалуйста. И продавцы. Вот, никого нету, пожалуйста. Очень полный рынок у нас. Будем платить. Вот, люди закрываются, потому что не могут потянуть такую сумму. Вот, пожалуйста, это. Вот это все продавцы. Да, клиентов нет. Никого нет на рынке.